Всем привет, ребятки, с вами Зайка Вера и Синий Трактор. И мы сегодня отправимся в гости к знаменитому коту. Давайте же скорее посмотрим, как его сделать и сделаем. Ну вот, давайте же скорее лепить. Не забудь и подпишись. Подготовим целую кучу деталей. Начнем, пожалуй, с головы. Для лепки коты нам понадобится вот такой вот оранжевый пластилин. Мы скатаем из него шарик и наметим, где у него будут глазки. Думаю, что вот здесь неплохо. Нам понадобится прикрепить две такие пластиночки белого цвета, которые будут друг на друга слегка наслаиваться. Вот так. И нижнюю часть нам надо с вами будет сделать совсем вот такой вот влитой в единую линию. А сверху вот остается разделение на глазку, такое небольшое сердечко. Итак, когда мы наш низ глазок сравняли, с помощью стыка мы сделаем их еще ровнее. Вот так подсоберем все, что могло не так лечь. Так, теперь мы берем. Я уже тут запуталась, и нам с вами понадобятся маленькие черные шарики. Такие точечки. Это у нас зрачки. Так, он у нас будет смотреть в одну сторону. Теперь не запутаться и взять нужный шарик для носа. Так, теперь мы маленьким жгутиком сделаем ему усы. Парочка с каждой стороны. Вот, и также сделаем с другой. Итак, усы на месте. И теперь нам остается сделать ему прическу. Ой, то есть я совсем запуталась. Сделать ему улыбку. Вот так. Теперь сделаем ему брови. Возьмем таких небольших по два жгутика и прикрепим их. У меня все хочет разбежаться. Теперь займемся ушами. Уши треугольнички. Внутрь прикрепим также треугольничек. Также второе. И прикрепим. Я не так его закрепила, они у него вот так идут, не так далеко друг от друга.
называю, как это, пластилин, все можно поправить. Итак, наши уши на месте. И теперь мы можем заняться туловищем. Туловище, видите, насколько уступает по размеру от, собственно, головы. И я туловище, ну, похожее, да, на каплю. Просто вот шарик вот так вот вытянула вверх, чтобы у нас получилась тоненькая шейка. Для того, чтобы наша голова держалась, мы в эту тоненькую шейку поместим зубочисточку. И еще разочек все подделаем, и у нас все будет хорошо держаться. Так. И теперь из шариков красного цвета мы сделаем нашему коту бантик. Сначала в центр шарик, по бокам такие зауженные шарики. Слегка мы их вот так вот пальчиками зажимаем, и получаются такие лепесточки бантика. Так, он на месте. Теперь, собственно, мы можем нашу голову закрепить. Вот какой нарядный. Так. Теперь мы прикрепим ему руки. И так как голова у нас на зубочистке, мы сможем ею еще и поворачивать, да? Вот такой вот он у нас. Немножко положим его. Ножки, да? Вот так, к основанию я прикрепила жгутик, и получилась вот такая вот ножка. Так. Ножки можно также закрепить с помощью жгутиков, ой, то есть с помощью зубочисток, и тогда будет лучше держаться. Либо можно персонаж посадить. И не забываем небольшой хвост. Так, в сторону его. Вот так вот просто, да, закрепим. Можно слегка сгладить. Итак, хвост тоже на месте. И что же я хотела этому персонажу еще добавить? Сделать ему рыбку. Берем голубой пластилин. И вот такую вот капельку. Прикрепим оранжевый жгутик, это верхний плавник. Прикрепим глазик. И с другой стороны, так, поровнее. Теперь возьмем оранжевые шарики. И сделаем наши рыбешки, наши мини-рыбки, мини-плавники. И, конечно же, из вот этого вот жгутика мы сгибаем и делаем вот этот вот хвостовой плавник. И вот, готово. И данную рыбешку мы нашему котейке закрепляем в ручку. Вот так вот он у нас рыбку поймал. Итак, мой хороший, наш кот вместе с синим прожектором поймали рыбку. Такие молодцы. Всем пока-пока и до новых волшебных встреч.